Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос народився! Славімо Його! Еще не было отдания Рождества Христова, поэтому я позволил себе поприветствовать вас, дорогие мои, тем более, что из песни слов не выкинешь, або прийдуть до тебе три праздники в гости. И вот, а що другий праздник ставит перед нами конкретную задачу, нам нужно разобраться. Потому что если мы взглянем одним глазом в церковный календарь, мы увидим, что второй праздник уже имеет в себе три составные части. То есть он уже сам по себе три праздники. И вот какой из них главный, какой из них приоритетный, какой из них чему нас учит? Старый Новый год. Все его очень любят, конечно же. Елочка, опять оливье, но на этот раз легальный абсолютно. Обрезание Господне, какое-то такое очень страшное название, оно вот воспринимается нами как-то очень дистанционно, потому что это что-то из Ветхого, из Старого Завета, это не из нашей жизни. Но тем не менее, именно этот праздник, вот обрезание Господне, и является эпицентром сегодняшнего дня. Исполняя Моисеев закон, Господь наш Иисус Христос добровольно проходит обряд обрезания. И именно в этот день он получает свое имя, Иешуа или Иегошуа. Имя, которое состоит из двух частей. Иегова, то есть Господь, и Спаситель. Бог мой и Спаситель мой, произносим мы, обращаясь к Господу в самые сложные моменты нашей жизни. И вот начиная от этого дня, от обрезания Господня на восьмой день от Рождества Христова, мы, то есть все человечество начинает называть Христа именно этим именем. Что же еще происходит в этот день? В этот день впервые, как бы преобразуя дальнейшие события, острое отточенное железо прикасается к его плоти. И впервые проливается его кровь. Надо ли это Богу, спросим мы. И, конечно же, получим ответ. Богу этого не нужно. Это делает Он не ради себя, не ради какой-то загадочной казуистики. С самого начала, с самого прихода на землю, с Рождества, Господь умоляется, приняв раби из раб, приняв вид беспомощного младенца, и далее, пройдя все этапы человеческой жизни, утружденной жизни, жизни часто без крова над головой, в лишениях, в трудах, ради нас, не ради себя, ради нас. И вы знаете, очень важно нам уловить и запомнить этот момент обрезания. Вот небольшая частица человеческой плоти, небольшая часть нашего материального естества отсекается в этот день. Да, это вознаменование завета Бога и Моисея. Да, это исполнение старозаветного закона, который потом, через неделю мы будем праздновать это событие, войдет в нашу жизнь как крещение. Но это будет потом. А что же сегодня? Вы знаете, хирурги говорят, конечно же, лучше обойтись без операции. Лучше принять лекарства, травяные настойки, физические упражнения. Но бывают случаи, когда не резать нельзя. Когда нужно взять в руки скальпель и удалить. Удалить болезнь, удалить орган, удалить источник смерти в организме, чтобы организм жил дальше. И вот очевидно символ этого отсекания в том, что каждому из нас нужно пройти через некое обрезание. Да, что-то мы можем исправить, откорректировать, преобразить в себе. Но что-то мы должны от себя абсолютно осознанно отсечь. И вот если совокупить все это вместе, это очень собирательное понятие. Это, безусловно, тот грех, который вывел Адама и Еву из рая. Это, безусловно, наши страсти неуемные,
это, безусловно, стремление к неким наслаждениям мира сего. Но вот если это все подытожить одним словом, я сказал бы так, что это символ отсечения эгоизма. Это символ отсечения такого безудержного себялюбия. И нам стоит об этом помнить. А для того, чтобы мы помнили, всегда человеку дается пример. Пример лучше всяких слов, лучше всяких богословских истин. И вот сегодня мы празднуем Василия Великого. Именно его имя вошло в нашу знаменитую колядку, самую распространенную. А что другий праздник святого Василия? Семь высших образований. Аскетические подвиги такого уровня, о котором нам просто даже не стоит даже их задумываться и мечтать совершить их. И тем не менее у него была замечательная фраза: невозможно человеку достичь спасения самому по себе, в отрыве от людей, которые вокруг него. Это означает то, что каждый из нас отвечает не только за себя, а за тех, кто рядом. И вы знаете, в Кесарии Каппадокийской, в городе, в столице, в которой Василий был архиепископом, был внутри еще один город, звался он Василиада. Это огромная сеть больниц, соединенных между собой, и в центре которых находился храм, как главная лечебница души и тела человеческого. Там лечились все известные на тот момент болезни. И был среди этих больниц, конечно же, лепрозорий, место, где пребывали прокаженные. А Василий Великий, как вы знаете, одно из его высших образований было медицинское. Он был очень опытный и искусный врач. Так вот, себе лично он определил место служения врачебного именно в лепрозории. И тем не менее, эта болезнь, прикасаясь к нему многократно, так и не вошла в него. Потому что он отсек от себя вот эту страшную первопричину многих наших болезней, этот вечный ищущий наслаждение и удовольствие наш эгоизм, наше эго. И пусть этот пример вдохновляет нас, дорогие братья и сестры, пусть второй праздник войдет в наши сердца радостью того, что Христос совершает ради каждого из нас. Аминь.